Рейдовая группа из числа сотрудников ГАИ, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, милиции общественной безопасности, в жаркий период уборочной страды посещает сельскохозяйственные объекты Солигорского района. Особое внимание правоохранители обращают на техническое состояние машин и комбайнов, наличие в них средств пожаротушения. Под пристальным контролем также организация предрейсовых медосмотров, мест отдыха и приема пищи. В настоящее время сотрудниками Солигорского РОВД продолжаются проводиться рейдовые мероприятия в период уборочной кампании с целью проверки сельскохозяйственной техники, задействованной именно в уборочной кампании, комбайнов, тракторов, а также с целью контроля за отсутствием простоя данной техники, выявления правонарушений в период уборочной кампании. В вечернее время проводится рейдовое мероприятие с целью мониторинга сохранности убранного урожая, а также недопущения хищения зерновых и иных культур. Работники, совершившие противоправное деяние, будут привлекаться к установленной законом ответственности. Руководителям сельхозорганизации в случае выявления нарушений также будут даны предписания их исправить. О ценности и важности урожая не понаслышке знает опытный комбайнер Иван Дрезголович. Это его уже 20-я страда. 13 лет он проводит уборочную на комбайне Полесье. Конечно, машина во многом уже уступает новой технике, но опыт и мастерство Ивана Владимировича постоянно выводят его в лидеры. Да, каждая уборочная по-своему сложная и напряженная, так что в этом году было много полеглиц, вот даже на этом поле много полеглиц, невозможно убирать. Много даже колосов побиваны, а так на молот есть зерно.